Следственным отделом по городу Энгельсу Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области в отношении 56-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами А и Б части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. По предварительным данным, 24 июня подозреваемый, управляя трактором в состоянии алкогольного опьянения, выполняя разворот на 322-м километре автодороги Тамбов-Пенза-Саратов, совершил столкновение с легковым автомобилем под управлением 41-летнего мужчины. В результате ДТП произошло опрокидывание легкового автомобиля, в связи с чем 15-летняя пассажирка скончалась от полученных травм на месте. Водителю легкового автомобиля и пассажиру потребовалась медицинская помощь. После совершения ДТП водитель трактора скрылся с места происшествия. Следователями Следственного комитета выполняются следственные действия, назначенные экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего. Старший помощник руководителя СОСК России по Саратовской области Наталья Трошина.